Всем привет! С сегодняшнего дня, вот вернее с этого видеовыпуска, у нас будет несколько видеоклипов о том, как я вручную собираю часы, состоящие из кварцевого механизма и обычных фарфоровых фаянсовых тарелок. Для того, чтобы аккуратно просверлить дырочки вот такие вот в красивых, хороших тарелочках, необходимо взять специальное сверло для керамики, потому что обычным сверлом для железа или победитовым, или еще каким, увы, такие дырки просверлить в тарелках качественно невозможно. Я как-то помню, один раз попытался сделать в трех тарелочках дырочки, и на эти часики я затратил только на сверление дырок, по-моему, полдня, потому что у меня было обычное сверло с победитовым наконечником. И я боялся, что тарелки лопнут или треснут. Но тарелки не треснули. У меня несколько штук висят сейчас на стене. Следующее же я решил делать именно с тем сверлом, которое предназначено для сверления дырок отверстий в керамике. Вот у меня такая тарелочка. Ее изначальный вид вы можете сейчас посмотреть на экране. До того, как я просверлил на дырочку. Вот такая вот тарелочка. Тоже уже с дырочкой. Вот. И вот такая вот из тяжелой глины тарелка. У нее уже просверлены здесь две дырочки. Для того, чтобы можно было повесить или на цепочку, или на веревочку, на стену. Поэтому сегодня я эти две тарелки убираю. Сегодня я буду делать часы с вот этой вот тарелкой. Какой же у нас тут порцелановый завод? Хутенройтер. Это очень дорогой порцелан. Мотив называется луковый мотив. Одна такая тарелка, если ее посмотреть на eBay или на Амазоне, стоит примерно 50 евро. Одна пустая такая тарелка. Но это уже с дырочкой, можно сказать, она уже никуда не годится. Но часы, сделанные с таких тарелок, именно с такого вот сервиза, стоят примерно около сотни. Но мы, конечно, не жадные люди, мы много не хотим. Поэтому мы будем запрашивать намного меньше, для того, чтобы привлечь внимание к нашей работе. Итак, как я уже сказал, делаем сегодня первые часы. И я вам покажу весь процесс сборки. Для начала я возьму обычные белые стрелочки и покрою их акриловой краской. Вот у меня набор вот такой вот профессиональный из 8 тюбиков акриловой краски. Я сейчас аккуратненько покрою стрелочки, и пока я буду монтировать механизм, стрелочки подсохнут, потому что акриловая краска на пластике, она очень легко, быстро высыхает, и ее уже ничем не смыть. Ну, а пока я буду заниматься краской, так, тарелочки мы уберем, пока я буду заниматься краской, мы сделаем маленькую паузу, как говорится, рекламная пауза, а потом продолжим снимать видео дальше. Значит, я взял, чтобы было более контрастно на вот таком вот бело-синем цвету, взял желтый тюбик с акриловой краской. И сейчас я легонечко покрашу эти наши стрелочки. И пока я буду монтировать механизм, наши стрелочки подсохнут и будут выглядеть очень даже ярко и изящно на фоне синего мотива на белой тарелке. Вот так вот. Покрываем лицевую сторону наших стрелочек. Часовая и минутная стрелочки у нас будут желтого цвета. Убираем наш тюбик на место. Готово. И начинаем монтировать механизм, пока стрелочки наши высыхают.
Вот, собственно, наш механизм. Это крючок, который надевается на этот механизм. И потом этот крючочек вместе с часиками надевается на гвоздик на стене. Вставляем наш механизм вот сюда, вот в эту дырочку. И аккуратно прикручиваем гаечкой. Сейчас, секундочку, надо будет подровнять, чтобы у нас мотив выглядел четко, ровно, хорошо. Так. У меня тут приготовлен гаечный ключик. Сейчас мы зажмем эту нашу гаечку, чтобы у нас часики в какой-то момент не разлетелись нафиг на кусочки, падая со стены. Ну, давай откроемся так. И смонтируем наш механизм. Так, подожди, соскочила. Сейчас. Эти часики я буду, естественно, продавать. Потому что дома у меня достаточно часов разных. На стене висят несколько часов, которые я сам делал из тарелочек, из блюдечек. Есть часы с кукушкой, хорошие часы с боем, классные. Очень много электронных часов, очень много различных хороших качественных часов, которые делались когда-то в 80-е годы, в начале 90-х годов. Просто такие часы выбрасывать очень жалко. Тем более, что они в идеальном рабочем состоянии. Так. Ну что ж. Готово? Зажал? Зажал. Отлично. Вот у нас получилось. Вот так вот. Спереди. И вот так вот у нас сзади. Аккуратненько ложим сюда. Аккуратненько. Готово. Что у нас с нашими стрелочками? Стрелочки у нас уже подсохли. Сначала мы надеваем часовую стрелочку. Надеваем, прижимаем, чтобы она у нас не соскочила. Ободочка. Вот, отлично. А потом надеваем минутную стрелочку. Так, сразу у нас получается время 2 часа. Хорошо, выставляем на 2 часа. Ну, что такое? Давай одевайся. Ну-ка. Есть. Ну, а теперь, по-моему, смотрится ничего. Теперь одеваем нашу секундную стрелочку. Есть, прихлопнули. Ну-ка. Готово. Так, ну-ка смотрим. Как? Нормально смотрится? Нормально смотрится? Я думаю, да. Так, ну сейчас мы поставим сюда батареечку. И можно сказать, процесс сборки часов закончен. Ну что, часы работают? Или нет? Часы работают. Часики работают. Вот готовы часы. И эти часики я выставлю, естественно, на продажу. Если кто желает из моих немецких знакомых приобрести эти часы, то, пожалуйста, можете со мной связаться или через Facebook, или прямо здесь, под этим видео, написать в комментарии свои пожелания по поводу вот этих вот именно часиков. И тогда мы с вами поговорим о том, как вам доставить эти часы. Цена на такие часы у меня стандартная. 30 евро. В эту цену входит сборка, часовой механизм, творческая мысль. Ну и, конечно, скидка на
такой вот дорогущий порцелан. Вот такие вот дела. И да, сейчас положу часики, покажу вам. У меня есть еще несколько наборов кварцевых механизмов для часов. То есть потенциал есть, собирать есть из чего. Главное, чтобы были клиенты. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой адекватный комментарий. Конечно же, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех событий и обновлений у нас на канале. И оставайтесь с нами, будьте нам здоровы. Если кто желает поддержать наш канал финансово, пожалуйста, вот вам QR-код, по которому можно напрямую через PayPal перевести деньги на подъем нашего канала. Ну что ж, всем удачи, пока!